Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Дали, но вы, возможно, меня еще не знаете, потому что я начинающий ютубер. И сегодня я буду вам показывать, как пройти Hello Neighbor, акт 1. Обучение. Конечно же, я знаю то, что были такие видеоролики на YouTube, но я хотел повторить их для развития своего канала. Так нас сосед замечает. Вот, и нас он поймал. Так, теперь... Ключ наверху. Ага. Крики ребенка. И начинаем. Заходим в этот дом. Буду все озвучивать. Берем вот такие две коробки ровных, не открытые. Бежим. Бежим как спиди-гонщик. Бежим к дому соседу и забираемся по этой лестнице, так сказать. Я не знаю, как это назвать. Ну, короче, я его называю обычно шкафом, а не лестницей. Так лучше не шуметь, потому что сосед обычно... Вот сейчас он выходит вроде. Так что надо поторопиться. Так, все, заходим сюда. Все, зашли. Так, зашли. Видим. Что? Куда? Вот тут картина, просто вот так вот. Берем, удерживаем Е и... Ну, так сказать, отводим. Берем вот этот ключ, и по желанию можно открыть эту дверь. Все, желтый ключ нам не нужен. Теперь бежим к машине соседа. Сейчас... Все, налет кнопку мыши открываем и берем магнит. Можно ключи от машины выбросить. Я так и сделаю. И берем буквально 4 коробки. Ну, точнее, 3. 3. Ой. Случайно. Так, видим, там у нас отмычка есть. Это плохо. Так, все, он зашел в дом. Да боже мой, что со мной? Извиняюсь, что я бросаю магнит. Я очень сильно волнуюсь, так как это мое первое видео. Это не то. Все, бежим. Берем эту отмычку, короче. Идем в дом соседа. Ой. Нас сосед заметил. Тут нужно ловить тайминги. Просто без таймингов в эту игру не пройти. Типа... Сейчас он, смотрите, идет. Ага. Все, ушел. Так, сейчас он за дом зайдет. Он зайдет вообще за дом? Или он забагался? Не, мне кажется, он забагался. Да, он забагался, походу. Нет, он не забагался. Это хорошо. Если бы он, короче, он забагался, тогда бы пришлось игру перезапускать, но нам повезло. И что ты куда идешь? Без комментариев.
Боже мой, сосед. Нам нужно в дом, блин, а он нам мешает. Мне кажется, бля. Ну-ка. Блядь, слепой. Ой. Слепой, боже. Вы это видели, боже? Ой, это просто смешно. Вы это видели, реально? Это жесть. Я побежал мимо него. Короче, когда взяли отмычку, вам нужно пройти вот этот дом и открыть вот этот замок, который я открыл. На видео показано. Так, теперь бежим взад дома. Быстро. На лёгкую мышь открываем и поднимаемся по лестнице. Бежим. Все, мы наверху. Теперь берем ключ. Отпираем. Открываем. И сейчас открываем в подвал. Сейчас я комментировать, наверное, ничего не смогу, к сожалению. И вы просто смотрите на по видео. Поняли? Все, надеюсь, поняли. Все. Так, ну и что ж. Все, первый акт, в принципе, пройден. Надеюсь, вы подпишетесь на канал и поставите лайк. И всем пока. До новых встреч.